15 февраля – особая дата в истории нашей страны. Это день памяти тех, кто исполнял служебный долг за пределами Отечества. 34 года назад последние колонны советской армии покинули территорию Афганистана и вернулись домой. По всей стране, соответственно, проходят памятные митинги по случаю данного события. Тверь не стала исключением. 15 февраля. Утро. Уже который год подряд в этот день в Твери собираются ветераны боевых действий возле этого мемориала, посвященного всем уроженцам нашей земли, кто не вернулся из горячих точек по всему миру. Египет, Корея, Вьетнам, Мозамбик, ну и, конечно же, Афганистан. Война именно в этой стране стала отправной точкой в деле увековечивания памяти всех, кто по приказу Родины защищал ее интересы за рубежом. И, наверное, именно к Афгану до сих пор в обществе неоднозначное отношение. 34 года назад завершилась война в Афганистане. И на протяжении всего этого периода мы слышим разные оценки нашего присутствия там. Но я думаю, пройдут годы, и нас все-таки оценят. После Афганистана были другие конфликты. Как поется в известной песне Трофима, Афганистан, Молдавия и вот теперь Чечня. Правда, в нынешней ситуации это Донбасс, где воюет немало ветеранов горячих точек. Сегодняшняя специальная военная операция на Донбассе показывает, что воины-афганцы, воины, прошедшие многие военные конфликты, принимают участие там, на Донбассе. Они очень там востребованы, их опыт очень нужен там, за что им низкий поклон. Завершился митинг традиционным возложением цветов к обелиску в память тех, кто беспрекословно защищал интересы нашей страны, в том числе и ценой своей жизни.